Уже в пятницу девятиклассники сели за парты, чтобы написать итоговую аттестацию. В 27-й школе для этих целей приготовлено было 8 аудиторий. Пункт проведения единого экзамена за номером 59 принимал детей не только Советского района, но и Северного. Готовность учреждения проверила исполняющая обязанности руководителя Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Уже в понедельник для 11-классников стартует череда ЕГЭ-2019.